Мам, со мной София не дружит. София? Да. София, ты почему не дружишь с Настей? Потому что она со мной не дружит. Она говорит, она с тобой, ты с ней не дружишь. Я с ней дружу. Дружишь? Эй, Або! Данил, переодевайся. Погуляли, все, давайте в домашний и... А ты спал, пока они гуляли. Я, говорит. Ты знаешь, сколько спал? 3 часа, наверное, если не больше. 3, да. Выспался? Яков, ты выспался? Да. Хорошо. Так, за столом кушать. За столом. Начинается опять кружки. Мама. Они не заканчиваются, Саша. Матрона, видишь, она кормит все свои игрушки. Может, снимем кофточку? Что не а? Дома тепло. Давай. Не хочешь? Это для улицы, для дома. Для улицы, для дома. Все, съела. А крошечки? Смотри, это маски играть. Маски играть. Мои люди, люди. Чтобы сфоткаться. Тут вот такой круглый. Но это обжора. Я тут назову обжора. Это я накидал. Вот это вот я сложил, а вот это вот это не я брал. Меня ужасно демотивирует бардак дома. А так как порядок у нас вещь приходящая и очень быстро уходящая, то бывает, меня накрывает грусть, тоска от того, что только прибрался в одной комнате, пошел вторую убирать, приходишь, а та комната, в которую убрался, уже опять... И это не потому, что мы за детьми не следим, или наши дети свиньи, и там, и так далее, там, да. Это как я, допустим, выложила ролик на Ютубе коротенький, где показала, как в то время, как 2 часа монтировала, пришла на кухню, увидела там ужас ужасный, потому что какао было рассыпано по всей кухне. Вы что, за детьми не смотрите? Да, конечно, не смотрим. Зачем за ними смотреть вообще? Они растут, как трава. Вот, за ними следить не надо. Вот, пускай уж как заведено, так и будет. Че? Зачем что-то менять, если оно работает, правильно? Вот, я имею в виду ваше сознание. Я не буду менять и убеждать вам в том, что что-то другое здесь происходит. Убеждать в этом, оправдываться, что нет, конечно, я хорошая мать. Даниил, иди сюда, мой хороший. Покажем людям, как ты маме помогаешь наводить порядок. Боже, за что мне это? Так, вот у нас есть тоже история, которую можно каждый день рассказывать, показывать. Вот. Называется «Оля хотела красивые шторки и тюль». Саша сказал, что проще, конечно, насквозь просверлить и на анкера это все поставить. Тогда, возможно, в нашем доме будут красивые шторы, тюль и так далее. Я сказала, что я не против. Сверли насквозь. Чем это вы тут занимаетесь, а? Красавцы. А? Мне иногда кажется, что многодетным не нужен большой дом, много-много комнат, большое пространство. Проще вот, знаете, одну большую комнату сделать, обить ее вот так в круг какими-нибудь мягкими подушками, накидать туда игрушек и все. И вот так жить до совершеннолетия. Потому что, ну серьезно, ребят, ну вот одну комнату мы прибрали, или там в ванну, в туалете, у нас теперь еще их 3 санузла, это капец. Не делайте никогда 3 санузла, если у вас 10 детей. Не важно, что один санузел у вас слишком мало для такой большой семьи, и каждый раз вы будете слышать в дверь. Но 3 санузла убирать каждый день – это ужас. Так вот, что я хотела сказать. Одну комнату мы сейчас уберем полностью, под ключ, как говорится. Он клюзер. Но придем в другие комнаты, и там будет ужас. А? Что
Да. Он клюзит, все включено. Тебя подержать? Я вот так. Я вот... Давай я тебя. Так. Это ужас. О, я нашла ее, Саша. Штучку от лошадки. Она же, да? Воу-воу-воу. Что-то найти в доме, это тоже большая удача. Вот, обычно, если что-то теряется, то это навсегда. Пока ничего не получается. Подержать бы ее. Давай, подержу. Как? Вон, табурет, стол поставь, стол. Пам. Вот так? Да, чтобы у нее было. Ну что, оставь. Сюда, вот, сюда. Не поможет. Саш, подожди, не слезай, как же эти... сделать. Ну, крючочки. Чё ты ее сюда двигаешь? А куда? Ну ты смотри, там пыль, грязь. Где? Ё-моё. Все, неси тогда этот пылесос. Нет, если пылесос, то сама пылесос. Я буду сама пылесосить. Принеси мне его, пожалуйста. Для меня дилемма состоит в том, что я не знаю, как работать в бардаке. Когда бардак, я не могу работать, мне плохо. Но убираться надо, надо. Поэтому я же не могу терпеть бардак. Поэтому я его все время убираю. Даже когда мне помогают. Спасибо, мама сюда достала. Ага, на здоровье, дети, что закинули подальше и поглубже. Так, убегай отсюда, сейчас мы будем пылесосить. Убегай, зайка, убегай. Да. Да как? Просто так. Знаешь что, я вот этот сейчас сюда воткну. Как-то интересно под вечер уборка. А когда ее делать? Утром мы уже делали. Днем. Днем были другие дела. Мне не нравится вечером, убираться. Тебе не нравится вечером убираться? Иди готовь кушать, а я буду убираться. Разделение труда будет. Мамочка, я все. А мы только начали, Данил. Может, он и прав. И не надо убираться утром и вечером, а только утром или только вечером. Вечером обычно уже сил ни у кого нет. И я делаю, на самом деле, все это через силу. Ой, боже, как называется эта болезнь? Я не могу вспомнить. Но есть какой-то термин, когда человек не может находиться, ну вот, когда вокруг него беспорядок, и он при этом разрушается, раздражается и сердится, злится, и не знаю, что там еще, гневается. Есть, он внизу, Матрон, на столе мой телефон. Я сейчас на зарядку поставлю, музыку себе включу. Вот мне помогает порой музыка хорошая. В общем, хоть и нет у меня сил, но моя болезнь явно прогрессирует. Я не могу так. Не могу научиться за столько лет не реагировать и не обращать внимания на беспорядок, на пыль, на разбросанные игрушки, на крошки и так далее, и так далее. Вот это, наверное, мне и помогает делать все, как мне пишут это в комментариях. Как ты успеваешь все? Да не успеваю, я просто не могу жить в такой обстановке, когда все вот так. I can take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby, what I need is you out the door. This time I'm sure, yeah, that you're a bad boy, up to no good, trying to be a man.
А еще, знаете, что я люблю делать? Перестановку. Очень полезно подвигать мебель. Особенно беременным. Это прям топ занятий для беременных. Чем заняться беременной женщине? Вы сейчас, конечно, подумали обо мне, что я... Но у меня-то животик после 10 родов такой. Но если честно, когда я беременна, я всегда делаю перестановку, ремонт и много-много убираюсь. Как это называется? Гнездование, по-моему. Надо ремешок какой-нибудь, чтобы стянуть. Ладно, повезли, короче. Когда помощники у мамы приходят помогать, как хорошо, а? А то мама прям уже так загрустила. Да я знаю, что эти. Вот я и стараюсь. Как же у тебя ловко все получается, Настенька. Пальчики у тебя маленькие такие, проворные. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Помаши нам ручкой. Привет, привет. Ура! Только наклейки. Наклейки, ладно. Так, теперь надо одеть просто на резинку. Это все постирать. Это все застелить. Ну-ка, вторую тоже отнесешь? Эту же штучку, тумбочку. Он почему-то снизу, как он туда попасть-то мог? Отодвигали, что ли? Держи. Как ты это? А что там здесь сразу за шуруп вылетел? Это он там был. Ага. Хватит. Чего ты так сломал? Чего? Я говорю, так тихонечко. При кошке нет, вы там что оставили кошку? Мама! Я тоже не помню. Мама! Нашлась. Хорошая тема для быстрой уборки. Как этот веник, пылесос. Но надолго не хватает аккумулятора. На сколько его хватает? Ой, мне кажется, минут на 6. Минут на 6? Да. А смысл? Ну, так вот пройтись во время ужина, обеда.
вкусно? Напился, сынок? Такой почитать книжечку? Дети, все вниз! Читаем книжку на ночь.